Фуй, Шома, тебе хоть как пахан машину доверия, у тебя же прав что нету. Думаешь, я спрашивал, что ли? Ох, бля, мусора похода, ебаная, я пахану, что скажу сейчас. Пахану, ладно, этим гаишникам, что скажешь? Я не знаю, вот я обсаженный, выкинь, да, эту бутылку риска. Эм, розыка, кредит, мредит, ипотека, туда-сюда, жумшасау, да, не имбежу. Рахат! And this is a sugar daddy, aka the biggest vape in the world. Таксі 1562 – це завжди. Швидка подача авто за місцем виклику, комфортні автомобілі та досвідчені водії, спокій та безпека під час поїздки. Ну чё, петушара, блядь, клюнул меня вчера? Хе-хе, ничего страшного, блядь. Ой, садись, машина. Всё, пристегнулся? Поехали. Сейчас петушиный люлячий баб попробуем. Блядь, что за тяги? Такие бархатные тяги, ребята. Фуф. Кефтеме. Я тут. Вот и все, вот, скоро финиш уже. Паша, ну-ка, ты живой? Пошевели ногами, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, о, живой вроде. Вовка, 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 ты здесь? Все так. Хатун, гуками. Охуеть. Не видно, що ви держите. А ну, трошки... Що ти кажеш, Ір? Добре. Добре. І солодке, і пахуче. Ага, воно таке. Барбарисе. Чи це зайчим? Це ж напишу. Купляйте нам заправку. Добре, блядь. Да. Баба куре. Баба куре. Воно дороге, дівчатка, отаке. На роботі, блядь. Так, а що ми можемо подарити, привезти? Тисяча, ти думаєш, що? Яка тисяча? А скільки? Ну, не видумай. Добре. Ір, подарить? Та я не знаю. Скільки без вже на 100 кілометрів? 400 літрів, нахуй, на сотку. Та що ти, блядь, розказуєш? Та відвічаю, нахуй. 400 літрів на 100 кілометрів? Да. Ти що, блядь, на приколі? На, нахуй. Реально? Реально, блядь. Skip, skip. But when does this game get fucking good? Так, шведский стол, давайте, берите, что хотите. Да, хуй тут брать-то, блядь, кроме хлеба ничего нету. Он не выёбывается, болван красножопый, бери, что даёт. А хоть запить есть чем? Да ладно, похуй, я в сухомятку пожру. Ой, блядь, заебёте вы своим хлебом, блядь, лучше бы бананы перевезли бы. Ты к компьютерным играм как относишься? Хорошо, они мне нравятся, мне сестра ещё не даст. Yeah.
Тягайте руки. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня Папи зовут. Папи. Самый сильный орган в организме у женщины. Самый сильный орган в организме женщины? Да. Ну, скорее всего, пизда, блядь.